сегодня знаменательный день вообще в истории нашего института уполномоченного по правам человека в Вологодской области. На протяжении нескольких месяцев подряд я ездил по районам, встречался с руководством районов, с общественностью, проводил совещания, вел выездной прием граждан. Самая главная задача, которая передо мной стояла, это найти себе общественных помощников в каждом городе и районе нашей области, ну, кроме города Вологды, потому что центральный офис уполномоченного по правам человека расположен как раз в областном центре. Для чего вообще уполномоченному нужны общественные помощники? Огромная область, огромное расстояние. И вот как раз общественные помощники уполномоченного по правам человека – это вот такая первая ступенька в нашем общении с гражданами. То есть сейчас не только в областном центре или на моих выездных приемах в городе Череповце, но и в каждом районе, в каждом райцентре можно прийти к общественному уполномоченному, любому человеку, записаться на прием, прийти, обсудить, да, какие-то вопросы. Вот я хочу пожаловаться уполномоченному. Общественный помощник как раз поможет оформить жалобу. Может быть, какие-то копии документов к ней нужны и так далее и тому подобное. Вот в этом заключается основная роль общественных помощников уполномоченного по правам человека. Кто их назначает? Назначает их сам уполномоченный по правам человека, а кто предлагает вот уполномоченному вот именно этих людей? Я просил общественные советы администрации наших городов и районов или представительные собрания, которые существуют, то есть местных депутатов, или общественные организации в райцентрах и городах, вот как раз предложить мне кандидатуры. И вот сегодня первый раз общественные помощники собрались здесь на такое первое организационное заседание, увидеть, посмотреть друг друга, посовещаться, как будем дальше работать. Ну и сегодня я как раз оглашу свое распоряжение об утверждении уполномоченных в 27 муниципальных образованиях нашей области.